Значит, да, сегодня мы с вами поговорим о нескольких вещах, которые очень важны для программирования. И, судя по... и на самом деле, по сути, сегодня мы разберем ну, один из У нас осталось несколько буквально концептов, которые... без которых вот, программировать алгоритмы достаточно сложно, и просто даже понимать то, что происходит в машинном обучении. Соответственно, а, сегодня вот мы разберем с вами динамическое программирование, мы с вами разберем жадные алгоритмы. На следующем занятии мы с вами поговорим про так называемую, ну, то есть нижнюю границу, нижнюю оценку для разных алгоритмов, за сколько они, в принципе, могут работать, и поговорим про то, что бывают задачи, которые, ну, по-видимому, у них нижняя оценка такая, что эти задачи, в принципе, ну, не представляется возможным решать на современных компьютерах в общем случае. Вот, собственно, это. Ну и после этого мы поговорим еще на семинаре, как делать за... домашние задания по доказательству сложности и семинар по доказанию сложности задач такое себе, причем пол... полностью делать семинар, потому что одна задача будет. После этого мы с вами разберем еще такую вещь, как Парадигма разделяй и власть. И, собственно, сегодня я про нее буквально упомянул, просто что она есть, а дальше мы с вами решим, потому что. На самом деле есть целый класс алгоритмов, которые вот ее используют. Как бы тоже полезно знать. Вот. А потом у нас будет уже там, ну, мы поговорим про приближенные алгоритмы, то есть уже не совсем парадигмы, и поговорим про градиентный спуск, то что немножко выбивается из тематики с алгоритмами. Так, хорошо, пошли. значит, значит ну, я напомню, что у нас есть два вида графов. По ориентированности это, собственно, ориентированные графы и неориентированные. В неориентированных графах у нас, даже если мы рисуем одно ребро, мы подразумеваем, что мы можем пройти и от первой вершины ко второй, и от второй вершины к первой. А вот в ориентированном графе у нас путь всегда направлен. Вот это на самом деле очень важно для динамического программирования. А, кроме этого, у нас в графах могут быть циклы, и циклов может не быть. А, и важно понимать, что. Если у вас граф э, не направленный, то в нем всегда есть цикл, просто потому что вы можете ходить хотя бы там вот, ну давайте вот возьмем этот граф, он на, он на самом деле он, в нем и так есть цикл, то есть как бы в классическом понимании. Но в принципе если вот просто мы даже бы оставили только вершины А и Б то за счет того, что мы можем между вершинами А и Б бесконечно ходить, это уже цикл с логотипической точки зрения. И это очень неприятно на самом деле, потому что ну в общем, с динамическим программированием на ненаправленном графе работать именно из этого не будет, потому что там есть цикл. Но, в принципе, у вас и в направленном графе тоже может быть цикл, то есть у вас может быть, например, путь только от А к С, только от С к Б, но и путь только от Б к А. Это все равно будет цикл, потому что вы все равно по такой штуке сможете ходить. Вот. А кроме этого, бывают ацикличные графы, в которых у вас циклов не существует, но это направленный граф. Вот. И они, собственно, называются DAG. То есть они directed, uncycled graph. Uncycled graph. Вот, то есть без графа, без циклов, направленных граф. Вот. Кроме этого, у нас еще бывают графы взвешенные и невзвешенные. Вот то, что раз мы с вами работали, узнавая, что у нас графы в принципе могут быть как взвешенными, так и невзвешенными. То есть мы на, 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 на это просто, мы на ребра на самом деле просто не обращали внимания. На самом деле на ребре может быть написано очень много важной информации, но, ну, в частности, может быть написана стоимость этого перехода. То есть мы понимаем, что независимо, например, хотим полететь в какую-то страну, мы, в принципе, можем лететь разными путями. И иногда там прямой путь, там, например, из, ну там, допустим, у нас это вершина, и при прямой путь из нуля в три будет стоить значительно дороже, чем а, какой-нибудь промежуточный через первую страну. Вот, и в этом случае нам вот эти... Мы не можем игнорировать историю про то, что на самом деле на ребрах у нас есть веса. Эти веса, в принципе, могут быть там одинаковые, то есть мы можем говорить, что если у нас граф не взвешенный, то в нем ребра просто, просто имеют вес один. Но как бы нам это не важно, просто мы, мы будем работать со взвешенными графами сегодня. Значит, и первая парадигма, с которой мы познакомимся, это так называемая парадигма, ну не парадигма, алгоритм, алгоритм. Познакомимся это топологическая сортировка. Она нам потребуется, в принципе, чтобы работать с графами вот с помощью динамического программирования. Значит, допустим, что у нас наш граф не имеет циклов и кроме того он ориентированный. В принципе мы можем считать, что у нас, ну вот опять же, ребра могут быть как взвешенными, так и нет. Сейчас может быть в данном случае у нас веса специально проставлены единички, чтобы это ни на что не влияло. Давайте то есть, показать, что такое то логическая сортировка легче всего, как ни странно, на алгоритме, который ее делает. Просто скажу, что мы хотим расположить вершины в таком порядке, чтобы у нас никогда не получалось, что а вершина стоит, например, вершина А стоит в самом конце, и из нее ведут какие-то ребра в другие вершины, а вершины, которые левее ее. То есть мы хотим, чтобы у нас, мы хотим этот граф расположить таким образом, чтобы у нас ребра в нем всегда шли направо. Вот, например, ну, в данном случае нам на самом деле для этого достаточно его там немножечко повернуть и сложить. Там нужно просто... У нас это был массив такой. Давайте просто это посмотрим, как это будет выглядеть. Значит, запускаем э, поиск в глубину. Значит, начнем его с вершины а. а. Ну, опять же напомню, значит, мы должны выбрать просто какую-то из этих двух вершин: либо С, либо В. Ну, допустим, мы выбрали С. А, что дальше? Дальше мы э, должны выбрать тоже какую-то вершину. Вершину D, например. Выбрали. Ну, то, что из С больше некуда идти. Дальше мы можем пойти либо в Е, e, либо в F. Но опять же, мы выбираем, что мы идем в F. Из F мы можем пойти только в G, и из G мы никуда пойти не можем. Вот. Значит, в принципе, что может произойти? То есть, когда у нас логическая сортировка не сработает, если в графе все-таки есть цикл. Вот представим себе на секунду, что у нас СГ2 на самом деле есть ребро. Тогда мы СГ никуда пойти не можем, но при этом мы видим, что СГ ведет, вершина, ведет ребро в серую вершину. То есть вершину, которая сейчас у нас, напомню, мы используем стек, то есть она находится на стеке, она у нас покашена, мы, мы, мы ее еще не выкинули из рассмотрения. А вот в этом случае мы скажем, что у нас в графе есть цикл, и просто прервем работу. Значит, это важно просто понимать, что на самом деле вот сам, сам алгоритм логической сортировки, он, в принципе, позволяет вам, если она неприменима, найти момент, где она стала неприменимой. То есть вот вы находите цикл, и вы всегда этот цикл найдете, потому что просто мы всегда идем вот по одной только вершинке, вот так вот добавляя. Поэтому мы где... То есть в тот момент, когда мы попали в цикл, мы всегда этот цикл обойдем. Какой-то ну, какой момент. Вот. И мы всегда увидим вот эту вот ситуацию. То есть, если вот у нас в данный момент где-то окажется, что у нас ребро, вот мы находимся в вершины G, и из нее ведет ребро в серую вершину, значит, выше сортировка неприменима. Но здесь такого нет. Здесь мы просто из G никуда пойти не можем. Поэтому G мы красим в черный цвет и записываем ее вот наверх. Ну, записали. А дальше мы. Э Смотрим на предыдущую вершину, из которой мы пришли в э, g, это F. Значит, из F мы тоже никуда пойти больше не можем. И здесь очень важно, вот как раз то, что G мы покрасили в черный цвет. То есть это не ситуация, что мы пришли в F и видим серую вершину. Нет, мы не можем, и можем перейти в серую вершину. Нет, мы можем перейти уже в черную только вершину. Значит, мы тут не говорим, что пришлось все не работает. Здесь все хорошо, мы просто говорим, что F уже а, надо из него избавиться. Вот мы его перенесли покрасили в черный цвет и добавили тоже. А дальше мы смотрим на D. Значит, из D мы можем пойти в E. Это белая вершина, все честно. Пойдем в вершину E. А вот из E мы уже никуда пойти не можем. Опять же, мы пришли в E, и заметьте, что мы, в принципе, потенциально можем пойти в черную вершину. Но это мы туда не идем, потому что нам туда не надо идти, и мы не прерываем топологическую сортировку, потому что мы обсуждали, что нам нам критичны только серые вершины, вот черная вершина это уже окей, хорошо, значит е e выкидываем, заметьте при этом, что мы вот как бы добавляем сверху вот таким образом, в принципе можно делать по-разному, просто потом придется переворачивать результат, мы просто будем добавлять сверху, так, а вопрос в чате, то есть положительную сортировку используют для поиска циклов, а, да, плагинство ну на самом деле просто поиск в глубину можно даже без топологической сортировки использовать для поиска циклов. То есть вы поиском в глубину всегда эти циклы найдете. Вы можете легко проверить. Просто когда вы делаете топологическую сортировку, в принципе, вы можете сделать защиту от дурака, что у вас, если в какой-то момент появился цикл, значит, значит топологическая сортировка неприменима. А обходить циклы ну поиском глубину ну, ну можно, но просто ну можно, да. Вот. Так, хорошо. Идем дальше. Значит, Е e мы попали. Теперь мы из Е e мы вышли, точнее Е e у нас черненькая. Переходим в Д. Обратно. Возвращаемся. Из Д теперь уже никуда нельзя пойти, поэтому Д мы тоже кладем сверху. Вот. Теперь у нас осталось С. То есть мы возвращаемся в С, в предка Д. Опять же, ничего тут не сделаешь. Мы с тоже добавляем. Вот, а из А можно пойти в Б. Внезапно. Поэтому а, мы берем и а, добавляем Б. Добавляем Б, а идем в Б. Но из Б уже никуда пойти нельзя, поэтому Б мы красим в черный цвет, мы его добавляем опять в эту структурку. И дальше мы, а, собственно... Вау, возвращаемся в А, и за уже тоже никуда нельзя пойти. И мы молодцы, у нас вот получилось такое упорядочение. Значит, если на это упорядочение посмотреть, вот тут главное очень понимать, что это просто массив. То есть это банально массив. Массив вершин. А что в этом упорядочении у нас действительно достигается вот эта история, что мы из любой вершины, которую не возьмем, у нас веребра будут вести только вправо. Ну, значит, в данном случае вниз если возьмем С, у него ребро ведет только в D, то есть ниже. Мы возьмем, скажем, Г, у него там ну, ребра никуда не ведут, там что-то можно Е. E. Сейчас ну какой большой вот Д, у него два ребра, оно, одно ведет в Е, e, другое ведет в F. Вот и таким образом у нас получилось порядочить вершины вот таким образом, то есть можно на это посмотреть даже. На самом деле, то есть мы граф никак не поменяли, мы ничего с ним дополнительно не делали. Эта процедура никак граф, собственно, не затрагивает. Мы просто его вершины записали немножко в другом порядке. То есть, возможно, возможно, вот у нас вот этот вот порядок, у нас здесь получилось просто, что А, Б, С, Д, Е, G, то есть они лексикографически можно идти, и получилось бы тот же самый результат. Но, возможно, у нас не так вся, вся история устроена, у нас может быть совсем иначе. И вот в этом случае а, вот мы сможем вершины просто пересортировать по другому то есть, поэтому это называется топологическая сортировка. А что здесь, зачем вообще такая сортировка может пригодиться? Ну вот представьте себе, что на самом деле у нас вот эти вершины это задание. То есть, например, мы у нас есть какой-то входной файл. Этот входной файл нужно предобработать двумя способами, то есть вот этим C и B способом. А дальше мы хотим, значит, нам мы должны с файлом с файлом C что-то ну давайте давайте так давайте с конца даже вот так тут, тут удобнее с конца на самом деле смотреть. у нас должен быть получиться финальный результат чтобы был этот финальный результат нам нужно выполнить какие-то промежуточные задания EF чтобы сделать промежуточные задания EF нам нужно сделать задание D и задание B чтобы сделать промежуточное задание B и D нам нужно еще нам нужно выполнить задание С, ну и еще задание А. То есть вот у нас вот, чтобы получить конечный результат, мы должны выполнить какие-то промежуточные точки. И при этом, что важно, мы не можем приступить, например, к выполнению задания Е, e, пока не выполнены задания Б и Д. Вот, и здесь уже, наверное, прослеживается, вот для чего это, в принципе, может оказаться нужно, когда, например, вам, вы хотите просто последовательно эти задания выполнять. Вам их просто скинули, их много разных, и вы хотите просто идти по одному за раз делать. И вы не хотите ситуации, когда вы вчитываете задание, уже начинаете его делать, тут бац, какого-то файла нет. Или там что-то вы еще не сделали. Вы хотите никогда не прерываться. То есть если вы уже начали делать задание, то вы его делаете до конца. Вот и в этом случае вот такая сортировка вам в этом поможет. Кроме того, понятно, становится еще что... Ну, То есть, эм, во-первых, мы можем какие-то, мы можем понимать отсюда, какие шаги, в принципе, эм, как-то э, парализуем, потому что, например, мы видим, что нельзя сделать сначала задание А, потом э, одновременно сделать задание А и Б. Мы можем сделать сначала задание А, потом, э, потом уже только задание Б. А вот задание Б и С, они между собой не зависят, и они вот таким образом расположены. То есть мы тоже можем это сделать. Вот. Кроме того, может возникнуть вполне такая ситуация, вот вы придумали какую-то офигительную схему работы, но в этой работе есть цикл. Вот. То есть, чтобы чтобы получить F, например, а чтобы получить D, нужна F. И вот так вот цикл запускается. Вот в этом случае, опять же, топологическая сортировка вам это подсветит. Вот. Соответственно, где это используется? Это используется во всяких шедулерах, Uh, например, это uh, NextFlow так может делать. У вас uh, есть питоновские модули. Airflow есть. В общем, есть набор модулей, в которых реализована вот эта концепция, что у вас есть задача, и каждая задача, чтобы ее сделать, вам нужны какие-то ресурсы. А эти ресурсы получаются в ходе, ну, либо они на вход даются, либо они получаются в ходе делания других задач. И вот внутри самого фреймворка прописана вот эта топологическая сортировка, чтобы определять вообще, можно ли сделать все ваши задачи, нет ли там циклов, и если можно, то в каком порядке эти задачи нужно выполнять, можно ли там где-то на каких-то этапах сделать параллельность. А, вот. Соответственно, для чего еще нужна топологическая сортировка? Ну вот для, как ни странно, такой задачи, которая называется поиск кратчайшего пути. Тут единственный нюанс, что такая задача, вот она определена, вообще говоря, на любом графе, но сортировку мы будем использовать только для понятно, графов, которые ациклические и направлены. А Значит, при этом сам поиск может применяться как бы к любым графам. Задача такая ставится. Но, ну, вот, допустим, в данном случае, опять же, у нас а мы хотим получить самый короткий путь из S в T, Обычно вот эти две штуки, они называются, например, источник, исток, там как бы вход и выход, ну и так далее, и так далее. То есть по-разному можно назвать. Вот мы хотим получить наикратящий путь. И нам хочется, понятно, пойти вот по пути SAT, потому что он более короткий. Соответственно, могли быть какие-то дополнительные ухищения. Например, мог быть путь из А в Б. Тогда мы должны были еще рассмотреть путь, у которого вес, то есть мы вот видим тут 4 веса, 5, ФУ 6 вес надо было бы еще посмотреть путь размера 5. Соответственно, этих путев, путей может быть очень много, и, в принципе, все их перебирать – это очень сложная задача. То есть у вас путей в графе нормально может быть, там, опять же, факториалы числа вершин. Вот. А нам нужно найти оптимальный путь. Значит, и для этого нам помогает, как ни странно, динамическое программирование, о котором я уже несколько раз говорил. Вот представим себе, что у нас есть вот такой граф, это явно посложнее, чем было на прошлом рисунке, и здесь можно что-то пропустить, и вот мы хотим а, в этой истории найти оптимальный путь от А до G. Опять же, часто это может быть просто T и S. Значит, первое, что мы делаем, мы делаем топологическую сортировку графа. Вот как раз-то, чтобы не запутаться. В работе того, что сейчас будет. Значит, сортировка этого графа будет выглядеть следующим образом: на самом деле, ну, хорошим упражнением может быть а, для вас а, повторить. То есть, то есть попробовать вот эту штуку, обойти поиском в глубину и получить вот такую топологическую сортировку. Важно заметить, что при этом, на самом деле, а, в каких-то местах у вас может порядок вершин быть немножечко другим. То есть, у вас, например, вот мы видим, что у нас. И за в С а, можно перейти сразу. То есть и оно не зависит от D и G. Поэтому в зависимости от того, как вы будете обходить, у вас топологическая сортировка вполне возможно А A и С поставит рядом. То есть будет сначала А, С, потом D, G. То есть в принципе топологическая сортировка, и это немножечко ломает мозг, она не единственная. У нее вот единственное просто правило, что вот мы видим, что у нас здесь а, не, не существует стрелочек, которые ведут справа налево. Вот это единственное правило, Которая, которого придерживается сортировка такая. Значит, соответственно, что э, здесь... Ну, то есть вот сделали мы эту политическую сортировку. Важно, что она не обязательно тро, ровно такая же, как вот на этом рисунке, но мы ее сделали. А дальше мы сейчас сможем э, считать путь кратчайший атак G постепенно. Мы будем считать... Постепенно. То есть мы скажем, что у нас есть несколько на самом деле задач, это, кстати, частый подход вот, в поиске кратчайшего пути. Сказать, что а давайте будем считать вот, все вершины, которые мы сейчас встретим, мы до них почитаем, пытаемся посчитать качайший путь от А. Ну, идея тут банальная, что если мы, например, нам нужно пройти до J, и нам известны кратчайшие пути до всех вершин, из которых можно попасть в J, например, ну, то есть в данном случае это будет И e, и e, e, H. То мы можем просто между двумя этими путями банально выбрать. И таким образом получить, опять же, кратчайшее расстояние. А в более сложных алгоритмах это немножко не так работает, но. Потому что там мы иногда можем не знать какого-то из этих расстояний, вот когда циклы есть. Но вот в случае, когда циклов нет, это всегда должно работать. И давайте вот проверим это. То есть мы сейчас: значит, мы. А, а значит, мы в начале. А знаем расстояние только до. Ну то есть вот можно даже для простоты сделать что-то расстояние до типа там ничего, ну то есть бесконечность поначалу. Вот, значит, какое расстояние от А до? Ну в начале ноль, очевидно. Тут вот, единственное, вот, вот не очень удачно сделано, что по умолчанию вот все эти штуки поставлены нулями, не очень. Значит, это сделал. Нужно по-нормальному, по везде здесь бесконечности стоят. То есть мы это еще не посчитали. Значит, э, значит ВА мы уже посчитали, что да, действительно, э, туда путь из вершины АВА – а, это 0. Теперь у нас следующая вершина вот в этой топологической сортировке – это Д. Опять же, я повторюсь, могло быть С. То есть это зависит от реализации. Значит, э, мы попробуем посчитать кратчайший путь до D в D можно попасть только из А. Ну, и, значит, что мы можем таким образом сказать? Значит, мы можем сказать, что на самом деле э, у нас кратчайший путь до D – это путь от А до D плюс путь до A, От А до А. Получается, что это 0 плюс 2. Получается 2. Супер. А теперь у нас вершина Г. Для вершины G мы знаем, что у нас в нее можно попасть только из вершины D. Ну, хорошо, давайте так и сделаем. То есть, опять же, у нас получится 2 плюс 3, то что у нас от A до D нужно пройти за два шага. И нам нужно еще три еще потратить. Получается 5. Дальше у нас идет вершина C. Значит, в вершину C можно попасть только из вершины A, ну и, получается, нужно сделать 0 плюс 3. Собственно, поэтому я и говорил, что вначале мы могли бы начать с вершины С вполне. Логическая сортировка могла таким образом выглядеть, но вот она не выглядит, потому что мы вот так стали обходить. Значит, дальше что мы делаем? Мы смотрим. Значит, у нас следующая вершина – это B. Значит, из B можно попасть, опять же, в B можно попасть только из A. Опять никаких проблем нет мы можем просто сказать, что это путь, то есть это ребро от А до Б плюс 0. Дальше идет F. Вот с F будет сложнее, потому что в F можно попасть а, тремя путями на самом деле. То есть можно попасть из B в F, из C в F и из D в F. А, соответственно, мы должны между этими тремя путями выбрать. А у нас есть один путь, который, а, значит, от D до да, до да, это 2, и надо прибавить еще вес самого ребра. Это 4. От С до F идти единичку, но и от А до С идти тройку. То есть 4, тоже 4. И у нас последний путь, это от Б к Ф, и от Б к Ф у нас путь будет за... То есть от А до Б нам нужно дойти за единичку, мы помним. Вот у нас тут это есть. И плюс еще ребро это двойка. То есть будет за три. Вот. Соответственно, мы выбираем минимальный из этих двух вещей. И вот для F мы уже посчитали, что путь от F, ну тут, тут печатка, что от F из, из A в F будет занимать три шага. Мы точнее, фу, тут не опечатка, тут просто мы запоминаем, откуда мы пришли. Да? Значит, тут можно на самом деле, да, вот тут, тут важная история, что можно запоминать, откуда мы пришли. Нам это потом поможет. Зачем, увидим. То есть вот в данном случае запомнили, что в F с шагом 3 мы пришли из, из B. Можно было подумать, там, через, через из D или еще что Не, из B пришли. В принципе, это можно опять же вычислить при работе, но нам это, не, ну, потом. Нам это не нужно, мы просто запоминаем. Значит, теперь у нас вершина I. Значит, опять же, вершину I можно попасть из G и можно попасть из F. Опять же, мы между этими двумя вершинами будем выбирать, просто посмотрев, какой из путей короче. Ну и у нас путь из F короче, поэтому мы говорим, что вы можно попасть из F за 5. Ну хорошо. И это как бы, опять же, это будет вот... Точнее, из, из, A можно попасть в F, при этом предыдущая вершина, вы, при этом предыдущая вершина будет F за 5. Дальше у нас идет буковка E, вершина Е, Ну, из E можно попасть только, в Е можно попасть только из B, поэтому тут получается 5. А дальше у нас идет H. В H можно попасть опять же тремя способами, двумя способами. Получается, что мы выбираем в данном случае вершину F, потому что из нее дешевле идти. Опять же, это запомнили. Вот мы дошли до вершины J. Что мы, мы, что мы говорим? Мы говорим, что, чтобы попасть в вершину J, мы можем из нее попасть, как я уже говорил, только из H и из, из I. То есть а нам нужно выбрать, какой путь короче. И в данном случае это оказывается путь из H. Вот. А теперь, значит, зачем нужно запоминать, откуда мы пришли? то что, в принципе, может быть, задача стоять не только сказать, какое вообще, то есть расстояние от А до G, какое кратчайшее, а могут попросить написать кратчайший путь. И в этом случае вам потребуется вот эта вот память о том, откуда вы пришли, потому что что вы делаете. Значит, я знаю, что в G я пришел из H. Окей, okay, значит, мой путь вот с конца это HG. Дальше в H я пришел из F. Значит, мой путь это F, G. F, F, H, G. Значит, в F я пришел из B. Значит, мой путь это BF HJ. И в B я пришел из A. Поэтому мой путь будет A, B, F H, J. Вот. То есть, таким образом, вот запоминая вот этого предка, можно восстановить всегда ваш путь. А тут, конечно, тоже тут, тут могут быть нюансы. Важно понимать, что, в принципе, у вас может быть, конечно же, несколько кратчайших путей, и вот задача вывести все кратчайшие пути, она на самом деле тяжелая. То есть путей очень много, и, в принципе, можно организовать такой граф, чтобы у вас э, вообще все пути весили одинаково. И тогда вам нужно будет вывести все пути. Динамическое программирование, оно не про это в данном случае, оно... Вам просто выводит самый лучший путь. Вот. А, ну, соответственно, вот можно потом решить задание такое вот: найти кратчайший путь из Завье. Ну, тут будет достаточно простое задание. Можно, если вам кажется оно слишком простым, то давайте пару ребер. Вот самый кек – это когда вы добавляете, например, ребро из завье еще. То есть какие-то дополнительные ребра, которые очень далекие. Потом про них можно забыть просто. Вот, значит, динамическое программирование, как ни странно, может использоваться не только для этого. Оно может быть использовано вот всегда, когда вы, в принципе, задачу можете переформулировать вот в таких терминах стоимости. Более того, мы с вами на семинаре разберем ситуации, когда в явном виде графов задачи нет. То есть, вот действительно, динамическое программирование, его очень часто даже рассказывать начинают не на графах. Почему? Потому что... Ну, опять же, оно работает не только на графах. Но мы просто с вами увидим, что, в принципе, любая задача, которую а, можно решить динамическим программированием, она представима в виде графа. Поэтому легче как раз-то понять сначала, как мы на графах это делаем, а дальше даже мыслить, что мы и как должны сделать, легче через графы. Даже если в финальном алгоритме графы пропадут. Хорошо. Значит, допустим, мы хотим посчитать просто число путей. То есть мы хотим узнать. Сколько есть путей попасть из S в T. Ну, такое тоже может быть. То есть, мы хотим, например, бывают всякие алгоритмы, которые хотят нормировать там, на число путей там, получить ту или иную вещь. И в этом случае, опять же, так вот, умение это подсчитывать, оно полезное. Опять же, мы в данном случае видим, что весов на ребрах нет. Но мы спокойно можем, в принципе, при желании там, представить, что там. Единичка, но на самом деле у нас будет немножко иначе это сделано. У нас эти, у нас эти веса будут по-другому. Значит, вот мы сделали топологическую сортировку. Опять же, у нас видно, что у нас из S есть вершина, у нас идет, есть путь в A, из S есть путь в C, из S есть путь в B, вот и так далее. Опять же, у нас свойства топологической сортировки не нарушены. Теперь давайте посчитаем число путей. Вот здесь нам, ну, по сути, можно говорить, что это, то есть, веса ребер единичка, но здесь нам просто не, можно не работать с весами ребер, можно просто вот идти по такому топологически отсортированному графу. Значит, мы знаем, что число способов получи, попасть из S в S – это единичка. Ну, это логично, потому что вы, ну, а как еще? Вот. Опять же, у нас нет циклов, поэтому мы не можем бесконечно там, ходить из S в S или еще что-то. Нет, ну то есть просто один, один путь. Мы остаемся. А дальше мы хотим посчитать для буковки А, сколько способов в нее попасть. Значит, как ни странно, это столько же способов, сколько попасть в S, потому что в А мы можем попасть только из S. То это означает, что, в принципе, других путей, как сюда попасть, у нас нет. Поэтому просто пути копируются. То есть нам здесь не, не нужно ничего добавлять. У нас тут два не получится, просто потому что банально а, у вас есть... То есть если в S можно было попасть там десятью способами, но все эти способы... Но в можно попасть только из S, то у вас бы в A тоже ввело десять способов только. Дальше посмотрим на B. Для B все аналогично, потому что, ну, тоже прост... то есть, то, то вершина, в которую мы попадаем из S, и больше ниоткуда попадать. Вот. дальше у нас есть Е, e. и для Е e все сложнее, то что в Е e мы можем попасть из двух вершин. Вот и что в этом случае делать? Типа, Говорит, что два, ну в данном случае это сработает, но на самом деле нет. Мы просто берем и суммируем число способов попасть в А и в Б, ну потому что это логично, то есть у нас получается мы можем из С пойти в, A, потом в, e, S пойти в B, А, потом попасть в Е, из С пойти в Б, потом попасть в Е, то есть два способа. Надо просто посуммировать, действительно. 1 плюс 1 – 2. Ура. Дальше у нас С. Ну, опять же, тут та же самая история, что С могло оказаться и раньше, потому что него можно попасть только из С, и, и, собственно, попадаем мы только одним способом. Дальше у нас идет Д. И, как ни странно, в Д тоже один способ. Вот так вот попасть. А, поэтому ничего интересного не происходит. А вот дальше будет сразу много способов. То есть в F мы можем попасть и из C, и из D, и из E. Поэтому нам нужно просуммировать все эти способы. И вот здесь как раз получится, что если мы просто суммировали сколько сколько есть вершин, сколько просто из каких вершин можно попасть в F, мы бы ошиблись. Потому что попасть можно из трех, но путей всего четыре. Почему? Потому что в E можно попасть двумя способами. И это значит, что мы можем в F проходя через вершину Е, e, попасть двумя способами. Либо через SBEF, либо SAEF. Вот. Ну и последняя вершина – это Т. Соответственно, в Т мы можем попасть из F и из Е. E. Нам, опять же, нужно просуммировать число способов. Получится этих способов суммарно 5. Вот. И таким образом мы, опять же, ответили на такой вопрос, который, в принципе, может достаточно часто возникать. И, опять же, заметьте, что Тут просто ощущение даже того, что мы ответили на этот вопрос быстро. И, в принципе, это правда. То есть вот эти все алгоритмы, они вам... Этопологическую сортировку делаете за время, пропорциональное размеру графа, ну, плюс там число ребер, на самом деле. И вот этот, собственно, обход вы тоже будете делать за время, пропорциональное размеру графа плюс число ребер динамически программировать сама. Поэтому получается, что у вас а, все это работает за полиномиальное время, то есть за какой-то полином, а, и в данном случае это не очень большой полином. Вот, то, есть это такие, то есть такой алгоритм, он чаще всего будет достаточно оптимальным, а, чтобы решать реальную задачу. Вот. А... Вот. Ну, естественно, да, тут... А... Ну, другие алгоритмы могли бы работать сильно дольше. То есть можно было там, не знаю, перебирать все пути, и проверять, что они существуют. Я, мы, мы проверяли просто там все возможности. То есть типа в Е откуда можно попасть там. Ну, то есть мы могли просто брать вообще все возможные пути, которые там ведут, например, в, которые вообще потенциально могли бы существовать в Т. То есть мы могли бы, а, что делать? Мы могли бы просто брать, просто вот эти все ребра перемер... То, то есть у нас мы знаем, что нужно пойти из S и нужно попасть в T. Ну, давайте просто попробуем, перепробуем вот все комбинации вершин. То есть сначала пойдем в B, потом там в D, потом так далее. Вот этих комбинаций на самом деле будет много, и это займет очень много времени. Да, почему в F... Три, а не 4 сейчас. В F мы должны были сложить... Сейчас, пардон, да. А, я, наверное, я, наверное опечатался, пардон. Да. В F4 потом, да, тут, пардон, тут опечатка просто банальная. Да. На самом деле, да, поэтому ответ 6. Я прошу прощения. Да, спасибо, что заметили. Да, действительно, я просто на предыдущем слайде правильно было, а тут уже поменял. Неправильно. Не вот, будет 6 сумма. А, вот, соответственно, другие алгоритмы работали бы дольше, сильно. Uh, вот, соответственно, это то, что нужно про динамическое программирование знать, и оно на самом деле всегда работает на графах, именно. А uh, теперь мы с вами, да, вот алгоритм Белла-Манафорда не будет, теперь, не забыл убрать. Он на самом деле тоже, на самом деле алгоритм Белла-Манафорда это тоже динамическое программирование, но очень сложное. А мы с вами сейчас поговорим еще про жадные алгоритмы, да, ну. Давайте сейчас тогда пятиминутный перерыв, наверное, сделаем, чтобы оно по смыслу билось, и потом продолжим. Хорошо. Значит, мы с вами разобрались, опять же, так, обзорно, что такое динамическое программирование. И вот главное было, что с динамическим программированием это концепция того, что вы, в принципе, задачку представляете в виде такого графа, направленного, без циклов, и дальше по этому графу можно просто идти специальным порядком, который получен топологической сортировкой. И за счет этого у вас получается, что вы маленькие задачки в каждой вершинке решаете, объединяя решение задач с предыдущих шагов. И если у вас получается решать мелкие задачки легко, то есть объединяя и объединять их решения, то такой алгоритм будет страшно эффективным и вполне возможно, что легче вашу задачу, в принципе, не решить. Но есть еще одно семейство алгоритмов. Они, к сожалению, куда сложнее, на самом деле, обобщаются между собой, потому что там идет куда более сложная теория, чтобы сказать, что у вас для задачи существует там решение в виде жадного алгоритма. Но, тем не менее, мы говорим просто, что... Мы просто приведем примеры, скажем так, жадных алгоритмов. Вот. И основная идея жадного алгоритма – это то, что вот тут можно посчитать мудрёное определение, но идея состоит просто в том, что у вас есть некое, вот у вас вы, вы принимаете сейчас решение, вот конкретно сейчас. Это не решение всей задачи. Вы пытаетесь от этой задачки вот отрезать маленький кусочек. Например, у вас есть очень много домашнего задания и вы вот решили делать задание по одному, с самого легкого там до самого сложного. Или у вас контрольная работа и то же самое. Вот, и вы на каждом этапе просто берете, вот, сначала я решу первую задачу, потом вторую, потом третью, потом четвертую и так далее, и так далее. А, и вы локально, находясь, то есть вот, вот локально вам нужно вот каждый момент времени выбрать, какую задачку решать. И вы такие говорите, ну вот буду решать вот эту задачу. А можно там, например, сказать, что я каждый момент времени буду просматривать все задачи, имеющиеся у меня, и буду решать из них самую простую. Ну, то есть это, наверное, более оптимально, чем решать их просто подряд. Я вот возьму там, вот посмотрел все 10 задач, мне первая кажется простой. Окей, я первую решил. Из оставшихся 9 мне там кажется самой простой десятая. Я ее решил и так далее. Вот так вот пошел. В случае домашней работы это, очевидно, нормальный подход, потому что вы, от того, что вы сразу решили десятую задачу, вы себе не закрыли, возможность там решать а, седьмую или там восьмую задачу. В случае контрольной работы может быть нюанс, что за какие-то задачи много баллов дается, а за какие-то мало, и поэтому этот алгоритм не будет работать. Но, тем не менее, это все равно будет как бы... Предложим задачу решать таким образом. Насколько решение полученное будет верно, это вот другой вопрос. Обычно под жадными алгоритмами понимается именно, что за задача получена верное решение но мы с вами разберем и ситуации, когда вот говорят уже о приближенных алгоритмах, и там может быть вот приближенным, то есть жадный алгоритм может быть приближенным, динамическое программирование может быть приближенным алгоритмом и так далее. Вот, и такая самая простая на самом деле задачка, которую мы с вами и в семинаре ну, попробуем просто реализовать, это так называемый размен монет в каноничной системе. Значит, каноничная система, она определяется, собственно, через Жадные алгоритмы, что конечная система монет это такая, в которой работает жадный алгоритм. Значит, пусть вам дана некая денежная сумма, и у вас э, имеются в наличии вот, э, монеты вот таким номиналом. Напишите, сколько нужно монет потратить в наихудшем случае, чтобы выдать да, нужную денежную сумму. А давайте эту задачку попробуем решить. Ну и попробуем ее решить просто, на, вот, например, возьмем какую-нибудь сумму случайную, 136 рублей. Подумаем, как бы мы вот эту сумму выдавали по-нормальному. И на самом деле решение приходит достаточно быстро, стоит там вспомнить просто, как мы обычно это выдаем. Мы берем сначала самую вот 136 рублей. Вот давайте я попробую сот, сотню положить. Если у меня бесконечно много денег, то я положу сотню именно. Что-то просто будет мало. То есть мне нужно минимально дать валюту, минимально купюр дать, поэтому сотка в этом плане будет самой идеальной штукой. Значит, давай, то есть сформулируем это более э, общо. Просто на каждом этапе выдаем монету там или купюру максимального достоинства меньшего оставшейся суммы. То есть в данном случае у нас, на, нам нужно сдать, дать 136 рублей, поэтому мы сначала выдадим 100 рублей. И остается 36 рублей выдать. Давайте возьмем из этих 36 рублей. Как бы, как, как, как бы их выдать эффективнее? Ну, давайте 25 рублей, например, выдать. У нас останется 11 рублей. Прикольно. Чтобы. Значит, 11 рублей у нас был номинал 10 рублей. Давайте 10 рублей. Больше у нас 11 не было номинала, 10 был. Значит, выдаем 10 рублей. И остался 1 рубль, а 1 рубль мы выдаем 1 рублем. Успешно? Успешно. И. Мы 136 рублей выдали четырьмя монетами. В принципе возникает вопрос, конечно, оптимальный ли это алгоритм. И в данном случае это действительно оптимальный алгоритм, потому что все пути, ну, то есть мы идем как бы тут на пальцах, мы идем с максимально быстрым путем, и поэтому мы действительно не вычеркиваем ни в какой момент других решений. То есть мы действительно вот от того, что мы выдали 100 рублей, могли ли мы что-то прошляпить? А на самом деле нет, потому что любое другое решение, вот, вот эти 100 рублей, допустим, мы их выдавали бы не одной купюрой, а выдавали бы несколькими. Это, во-первых, было бы больше, чем четырьмя, скорее всего, получилось. Но 100 рублей мы можем выдать монетами, которые меньшего достоинства. Собственно, вот в этом смысл этой канонической системы. 100 рублей можно выдать там, двумя, четырьмя купюрами по 25 или а, 10 по 10 рублей, или там комбинации. Вот, то есть мы на самом деле никаких вариантов вот резко не отсеяли, но мы понимаем, что из всех вариантов, которые вот были, этот самый оптимальный, потому что просто меньше купюр. У нас как бы задача от этого не, не сломалась. У нас все остальные варианты, в них существует ситуация, то есть существует набор, с которым мы эти 100 рублей можем вырезать, скажем так. А, соответственно, вот Какая, ну, это очень простая задача, и, собственно, у вас с учетом этой задачи чаще всего денежные системы и построены. Просто чтобы можно было вот легко выдавать. Надо было придумывать каких-то сложных алгоритмов. Просто так удобнее. А Что можно делать еще? А в принципе, для того, чтобы работать с более сложными алгоритмами, ведем такую полезную структуру. Я ее на прошлой занятии говорил, что она существует очередь с приоритетом. И она будет отличаться от обычной очереди. И на самом деле я говорил, что по-хорошему очередь с приоритетом это вот, ну, даже не то чтобы сильно очередь, то есть это как морская свинка. Ну, то есть да, это как бы, она обладает некими свойствами очереди, но и по сложности к ней абсолютно другие требования, и по тому, как элементы будут в нее попадать. Но, тем не менее, вот называется это почему-то priority queue. Значит, сначала мы э, получили значит, на, на вход вот единичку. И сверху мы написали, вот у каждого объекта у нас будет написан приоритет. Это какое-то второе число, которое говорит нам, насколько важно именно сейчас э, выполнить то или иное задание. Значит, мы берем и добавляем, значит, единичку. Вот, а дальше мы добавляем пятерку. И давайте просто показывать, в каком порядке мы бы из очереди что выталкивали. Вот добавляем пятерку. А в случае с обычной очередью, я напомню, у нас действует принцип first in, first out. То есть мы выталкивать из очереди должен, должны будем единичку. А в случае с очереди с приоритетом, из, вот в данный момент времени мы из очереди выталкиваем пятерку. Потому что у нее приоритет ниже. Мы вытаскиваем там. Я говорил, что можно вот определять приоритет как то, что... То есть чем, чем ниже значение, тем более важно это, чтобы вышло пораньше. Дальше мы берем двойку. В принципе, с двойкой ситуация ну, похожая на очередь. То есть в данном случае у нас двойка в обычной очереди будет вытолкнута последней, а в приоритете Q она будет вытолкнута второй, потому что Раньше пришла пятерка с таким же приоритетом, но приоритет двойки больше, чем у единицы. Поэтому должно быть в таком порядке. Теперь тройка, куда пойдет? Можно понять, что тройка пойдет а, в обычной очереди, опять же, просто наверх. А здесь она пойдет в самое начало, потому что у нее самый высокий приоритет. И, наконец, шестерка со вторым приоритетом она здесь пойдет на самый верх очереди, а здесь она окажется третий и среди элементов с одинаковым приоритетом. Просто потому, что другие элементы пришли раньше. Но опять же, для многих алгоритмов вам на самом деле даже не очень важно, чтобы вот эти элементы с одинаковым приоритетом оставались на... То есть выходили в том же порядке, в котором они вошли. Не важно, чтобы для элементов с одним приоритетом сохранялся вот этот принцип first in, first out. Хорошо бы, чтобы он сохранялся, но не особо обязательно. Вот. А, при этом очередь из приоритета можно реализовать очень-очень просто. А, заключается он в следующем, что... Ну, то есть, опять же, есть нормальные реализации, мы просто с вами не будем с ними работать, потому что они основаны на такой структуре данных, которую мы не разбирали. Называется она куча, и куча – это такая структура, которая просто позволяет там некоторые с ней операции делать либо за константу, либо за алгоритм, что достаточно быстро для такого рода структуры. Поэтому правильная реализация вот этой очереди с приоритетом, она, она основана на куче. Но мы можем ее реализовать просто чуть ли, ну, по сути, на, обычном, на, обычный, на обычной куче. То есть берем обычную кучу, нам вообще пофиг, как она реализована. Важно, что мы к этой куче добавим условия, чтобы по ней по всей можно ходить. То есть, либо мы по списку, ну, по списку по всему можно ходить, можно ходить по всему массиву, это не важно. И мы просто, когда нам поступает команда из вот такой очереди что-то извлечь, мы идем по всем элементам с, вот, пер, вот, с первого, который здесь находится, и просто выбираем тот первый, у которого да и приоритет. То есть сначала мы отсюда вытолкнем тройку, тройка уйдет, у нас останутся вот эти элементы. Опять идем отсюда. У нас есть пятерка со вторым приоритетом, поэтому а остальные не перебьют ее приоритет. Поэтому мы выталкиваем пятерку. Пятерка ушла, дальше у нас уйдет двойка. А двойка уйдет, уйдет шестерка, и под конец собой уйдет единичка. Вот, это неэффективная реализация, потому что вам, получается, на каждую операцию потребуется ходить по всему, по всем вот элементам. То есть это такая... Можно прикинуть, что вам получится, допустим, я хочу, у меня очередь размера n, я хочу из нее вытолкнуть n элементов, именно очередь с приоритетом. В этом случае мне для каждого элемента в среднем потребуется вот пройтись, для каждого выталкивания в среднем придется пройтись по половине очереди. Соответственно, получается, что это будет сложность порядка n квадрат. То есть квадратичная сложность, это достаточно много. Вот. Но, тем не менее, так можно реализовать, и, и бог с ним. Просто можно держать в уме, что можно так реализовать, и часто этого хватает. Вот. А теперь а, давайте разберем такой алгоритм, который а, называется алгоритм Дейкстра. На самом деле тоже алгоритм поиска минимального пути, но с этим алгоритмом мы, а, а, мы допускаем циклы. То есть вот тут можно а, сказать, если у нас тут цикл Так, ну, так, так, так. На самом деле, как бы, кажется, ну, то есть, тут, тут я вот цикла не вижу, но, в принципе, можно, можно представить себе ситуацию, когда мы там, допустим, добавили, а, то есть из шестерки, бы, то есть вот это на, ребро вело наоборот. Вот, и в этом случае алгоритм DX тоже бы работал, как ни странно. Просто потому что, а, потому что он, а, потому что у нас, он, он, он сделан так, чтобы работать с любыми, любыми графами, у которых ребра просто имеют положительный вес. Это такое дополнительное условие. Просто иначе там жадность не работает. Там иначе уже совсем все плохо с поиском, там сложно. Если у вас есть ребра отрицательного веса в графе, то и при этом вы разрешаете циклы, то у вас очень легко образуются циклы отрицательного веса. А если у вас в графе есть цикл отрицательного веса, то вы можете по этому циклу бесконечно плутать. То есть вы по нему очень много раз походите, у вас у уйдет э, расстоя... ну, то есть, цена пути в очень низкие значения, а дальше вы оттуда выходите и доходите до своей вершины. А число вот этих плутаний, оно ничем не ограничено. Вот. Если у вас просто отрицательные ребра, есть алгоритм, как раз, который вот мы не будем разбирать, это был Монафорда, который работает просто с отрицательными ребрами, если у вас... Uh, циклы есть, но нет циклов отрицательного веса. Ну, вот такая очень специфичная задача. Мы разберем алгоритм Дейкстра. Значит, как мы его будем делать? Значит, поначалу мы скажем, что у нас uh, в очереди есть вот с приоритетом uh, есть только вершина А. У нее, соответственно, uh, мы скажем, что вот у нее как раз-то вес будет ноль. То есть это приоритет ее, ноль. Хорошо. Давайте, давайте вот с этим мы будем работать. Значит, мы берем вершину А. И из этой вершины смотрим, куда бы можно было пойти. А внезапно мы можем пойти в вершину С. Типа самый короткий путь – вершину С. Ну, давайте так и сделаем. То есть мы добавим все вершины на самом деле. То есть в очередь с приоритетом но у нас вот приоритет у них будет вот именно таким. То есть у нас будет 0, 2, 1, 4. То есть, по идее, мы должны были бы вот эту А, если она остой, останется в очереди с приоритетом, на следующем этапе опять взять из очереди. Но мы А, вот в алгоритме Дексты, как только мы взяли А из очереди с приоритетом, мы А забыли. Все. То есть А дальше не работает оно участвовало единственное в чем. Когда мы вот эти веса ставили B, C и D, мы говорили следующее, что вес каждого, каждого из этих элементов – это путь, это вес А на самом деле, то есть 0, плюс э, стоимость ребра от, от, от А до соответствующей вершины. То есть единичка, двойка, четверка. Хорошо. Значит, дальше мы э, должны что сделать? Вот мы А покрасили черный цвет, мы его посмотрели. Нам нужно выбрать из очереди с приоритетом. И опять же, я напомню, мы очередь с приоритетом можем реализовать. Просто, просто давайте брать самый минимальный вес. То есть, по сути, тут концепция очереди с приоритетом, она <-то> почти нивелирована. Просто берем самый меньший вес. И это С. Давайте возьмем С. Значит, э, из С мы можем э, что тут? Чат, по Значит, и откуда мы можем попасть? куда мы можем попасть из 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 С? Мы можем попасть из С только в Е. E. Вот у нас вес Е e еще не определен. Он был инфинити. мы считаем, что у него там вес был максимальный, приоритет максимальный, поэтому мы могли вообще все вершины изначально добавить в эту очередь. У нас бы эту Е e мы никогда бы не взяли, взяли бы самый последний. А так мы Смотрим. Значит, мы можем из С пойти в Е. E. За сколько? За вес С, то есть за единичку, плюс путь вот этот стоимостью 4. Сколько это будет? Это будет 5. Отлично. Значит, мы можем сказать теперь, что мы в С, в Е. E, Можем попасть из С. Ну, для этого просто запишем, например, что у нас действительно номер вершины – это 2, вот, с которой мы получили эту замечательную, этот замечательный путь. Мы можем попасть из С в Е, ну, и точнее, даже не из С в Е, то есть у нас путь от А до Е равен пятерке, и попасть можно, за проходя через вторую вершину. Тут единственный нюанс, разумеется, в том, что это не обязательно оптимальный путь, и мы это прямо видим в данном случае, что Uh, у нас явно есть путь вот длиной в 4, например. Но, тем не менее, в данный момент мы говорим, что вес вершины E – это 5. Вот это очень важно, что вес вершины… Вот, то есть в чем отличие от динамического программирования? В динамическом программировании, когда мы какой-то вершине говорили, что путь там от А до Е e – это там 10, этот путь уже никогда не менялся. Вот здесь мы так не говорим. Он может поменяться, но мы… Все равно его используем в ходе алгоритма. Вот у нас вес вершины E5. Дальше мы берем вершину B. То, что у нас из всех вот этих вершин, оставшихся, то есть C мы покрасили, в серый цвет опять же сейчас, ну, в черный. А у нас осталась вершина 2, B, D и E. У них самый маленький приоритет у вершины B. Ну, давайте возьмем вершину B. Значит, из вершины B мы можем э, попасть в вершину E тоже. Значит, мы знаем, что у нас путь от вершины A до вершины B стоит 2. А от вершины B к E это ребро, ведет ребро тоже стоимостью 2. Это суммарно 4. Мы такие смотрим. Ага, у E на самом деле э, можно в нее попасть. Не так дорого. Можно попасть не за 5, а можно попасть за 4. Хорошо, давайте это и сделаем. Мы запишем, что теперь вес у этой штуки 4, а, соответственно, потом значит, ее предок, то есть как мы туда попали, мы попали из вершины B. Вот, за счет этого вы получаете, мы получаем уже более качественную оценку, которая, возможно, оптимальная. То есть действительно, возможно, это правильный путь, но мы пока не закончили алгоритм, поэтому мы не знаем. Значит, для B мы тоже все завершили, теперь нам, у нас, по сути, остались и вершины D и E. Вот, и здесь как раз-то вот играет, как раз-то в этой иллюстрации, скорее, играет роль то, что мы а, а, вершины, вершину D засунули в очередь раньше. Поэтому мы возьмем вершину D. Значит, из вершины D а, можно попасть, а, на самом деле, в вершину C, и в вершину Е. Но здесь важно, что вершина С она уже черная, поэтому мы ее использовать не будем никак. Мы будем пересчитывать только путь для вершины Е. Да, ну тут вот, то есть можно даже прикинуть, что он больше будет заранее. Но нам на самом деле это не нужно. То есть вот нам не нужно это пересчитывать. Важно. А мы берем и смотрим, что в вершину Е стоимость пути будет стоимость попасть из А в Д, это 4, плюс добавим еще вершину, то есть добавим еще ребро 6. получит 4 плюс 6, это 10. Но 10, разумеется, больше четверки, поэтому, а мы ищем минимальный путь, поэтому у нас никакого смысла в этом нет. Мы просто берем и говорим, что нет, мы ничего менять не будем. Но опять же, вот я повторюсь, то есть мы для Е e действительно могли еще что-то поменять для С, а его проверять вообще бессмысленно, потому что для него а, мы уже все закончили. И вот, наконец-то, мы из очереди достаем вершину Е. А так как мы ее достаем, значит, алгоритм, вот на этом мы алгоритм заканчиваем. Значит, и получается, что у нас вес минимального пути, а так Е это 4. Значит, почему эта штука работает? На самом деле это на самом деле, долго достаточно доказывать, но основная, значит, основная идея то, что у нас на каждом шаге как раз хранится. То есть мы не, опять же, мы не можем нарушить себе решение. Значит, когда мы начинаем, вот самое наше начало работы, мы, у нас что есть? У нас известно только что у нас в очереди есть только вершина А, у которой вес ноль. Когда мы ее достаем из очереди, у нас не может произойти такой ситуации, что вот так как у нас нет ребер отрицательного веса, это важно, что внезапно вес этой А изменится. Поэтому, когда мы говорим, что у А теперь путь, то есть ну путь из А до А это ноль, мы абсолютно правы. И дальше мы говорим, что хорошо, из А можно попасть в Б, С и Д, и мы им соответственно назначаем какие-то веса. И на следующем шаге мы возьмем С. Возникает вопрос: а имели мы ли право брать С? Потому что вдруг у нас где-то есть какой-то длинный путь, который даст нам меньшую стоимость. Но это на самом деле не так. Почему? Потому что мы знаем, что для А мы посчитали абсолютно правильно, но просто потому, что до ДА действительно вес ноль. Мы просто это априорно знаем. А любой другой... И из за у нас вот ведет короткий путь, единичка. А и С у нас, это вообще говоря, вершина, до которой, собственно, минимальный путь... То есть она из, из трех других вершин, которые вот из С, Б и Д, это вершина, до которой и вел, То есть, до которой было самое короткое ребро. Поэтому какую бы мы вершину не взяли, допустим, у нас существует путь из э, А в Б, потом еще куда-то мы пойдем и дойдем до С. Ну, допустим, такое произойдет. Но мы знаем, что у нас уже этот путь, за счет того, что, опять же, отрицательных ребер нет, он уже будет заведомо больше, чем единичка. Просто вот за построение. Поэтому С мы имеем право взять, и действительно, вот у него в этот момент, в этот момент времени мы действительно говорим, что у него э, путь равен единичке. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, опять же, можем обновить все веса теперь. Мы увидим, что у нас добавилась вот эта вершина Е, и у нее, на самом деле, сейчас неправильно посчитано расстояние. Но мы не ее берем, мы берем из оставшихся вершин туда, который путь самый короткий, это Б. И для Б, опять же, ну, следуя тем же рассуждениям, мы вот из вершин, которые находятся сейчас в очереди, ничего лучше не сварганим. Поэтому, опять же, мы когда B покинем, у нас тоже все правильно посчитано, и мы можем вот так вот пересчитать путь для E. Для D. Дальше у нас как бы есть D и E. Можно на самом деле легко проверить, что даже если бы так оказалось, что у нас же на самом деле здесь вот предметы с одинаковым приоритетом, можно легко проверить, что если мы даже сейчас из E возьмем из очереди, то мы уже закончим алгоритм, и у нас ответ будет правильный. То есть у нас алгоритм устойчив к тому, что мы там у нас два, два минимума, какой из них брать? То есть тут тоже никакой засады не будет. Но мы берем D и для D мы тоже уже все, опять же, аналогично рассуждая, тоже все правильно посчитали. Ну и для E то же самое. Вот. То есть на каждом шаге мы можем обосновать, почему действительно брать из, из очереди элемент с наименьшим приоритетом это правильный подход. Вот. И есть еще одна история последнее на сегодня именно для лекции, то есть мы э, на семинаре мы будем писать такие более простые э, алгоритмы, а в лекции вот мы немножечко более сложные разобрали, а вот э, в домашней работе соответственно, как я понял, нормально делать, э, ну то есть с фондом у нас было что мы делаем домашки, которые вы просто проверяете, просто пишете и присылаете, но мне кажется, с системой удобнее. Если кому-то удобнее прислать просто написанную домашку, не проведя ее через систему тестов, ну, опять же, это не проблема. То есть вы можете прислать, я отвечу, что как происходит. Если, если это интересует, можете, опять же, написать в Телеграм. Я просто почту дам и прокомментирую ваше решение, в случае чего. Хорошо. А теперь у нас есть да, такая штука, как кодирование Хаффмана. Как видите, это тоже это вот с графами никак не связано. Вот это вот большая проблема на самом деле, что как бы родственные концепты динамическое программирование и жадное и Они во многом очень похожи, и часто у вас для задачи существует и подход, основанный на динамическом программировании, и на жадном, и они могут на самом деле работать с разным с разным временем. Как ни странно, кстати, вот вы же можете применить вот этот алгоритм к задаче на циклическом графе. То есть у вас циклов в графе нет. Вот мы сейчас это же применили, у нас тут нет циклов. А, но и как бы ну, по названию алгоритм он жадный же. То есть алгоритм Декстра, но он жадный. А у нас там какое-то динамическое программирование. Вот кажется, что алгоритм Декстра должен работать быстрее но оказывается, что нифига подобного. То есть на самом деле вот жадный алгоритм может работать медленнее, чем динамический. Это очень на самом деле такая неинтуитивная вещь. Абсолютно. Но вот в данном случае, если просто посчитать даже, то смотрите, вот нам нужно было, значит, что мы делали? Мы на каждом шаге, давайте просто вот даже очень грубо это оценим, мы на каждом, у нас было сколько шагов? По числу вершин, да? Значит, у нас было с шагов по числу вершин, и на каждом шаге нам приходилось, чтобы просто из очереди взять нужный элемент, просматривать порядка n вершин. То есть это уже квадрат от числа вершин. А более того, у нас там еще ну, дополнительно идет история про то, что плюс мы на самом деле должны вот эти ребра просматривать, и это дает дополнительный, на, дополнительный накладной расход, вот, который там при большом числе ребер, на самом деле, будет основным. Но главное состоит в том, что получается, что у нас в динамическом программировании у нас сложность алгоритма это было просто число вершин, плюс число ребер. А здесь это квадрат числа вершин, ну вот при нашей неэффективной реализации, на самом деле, плюс еще надо, а, плюс еще надо все, со всеми ребрами поработать, и это. Будет Е, e, на самом деле умножить э, еще на некий коэффициент. Вот, потому что, на самом деле, нам нужно еще вот эти штуки эффективно уметь обновлять веса. Там, опять же, в зависимости от того, как мы это делаем, будет разная сложность. Вот, получается, что в данном случае алгоритм DX работает, хоть и жадный алгоритм, но работает на некоторых графах хуже, чем динамическое программирование. Вот. Ну и более того, у вас для одной и той же задачи может быть существовать там и много динамических алгоритмов, основанных на динамическом программировании, и много алгоритмов, основанных на жадном алгорит... на, на жадном подходе. Хорошо. Значит, а вот теперь мы и вот теперь мы с вами разберем а, такое кодирование Хаффмана. Это очень простая а, история, ну именно концептуально, что представьте себе и при этом она реально используется. Вот тут что странно, реально можно использовать. представьте себе, что у вас есть строка. И вы а, эту строчку хотите как-то закодировать так, чтобы у вас а, на каждый символ использовалось как можно меньше бит. То есть, а, что можно сделать? А вот у вас, когда вы просто записываете строку, у вас на каждый символ, например, на буковку а, а лучше ну, там, в какой-нибудь кодировке, в самой простой уйдет 8 бит из того 7 ноликов и единичек. для буковки B то же самое то есть для каждой из этих циферок для каждой из этих буквок у вас уйдет по 8 бит это очевидно очень сильно избыточно потому что ну, это, это ну, просто, просто, просто у нас даже буквок столько нет. поэтому первый шаг это еще не кодирование хахмана это просто типа как можно сэкономить на, на кодировании. Первый шаг ⁇ это просто взять и сказать, что слушайте, у нас тут вообще говоря всего сколько, а то есть 5 символов, да, 5, 5 видов символов, а чтобы закодировать 5 символов, нам нужно а, бит, число бит, которое вычисляется по формуле, что нам нужно, чтобы вот, у нас k бит и 2 в степени k было ну, больше либо равно числу наших символов. То есть в данном случае нам, пода... нам хватит 3, 3 бита. Да? А, в принципе, да, то есть правда. Действительно, нам хватит трех бит всего лишь. Но можно же еще, можно попытаться сделать еще короче. Почему? Потому что символы у нас встречаются с разной частотой. То есть у вас а, вот А встретилось 4 раза, Б встретилось 3 раза, С встретилось 2 раза а D и E встретилось по одному разу. Вот, что с этим можно сделать? Можно сказать, что, допустим, у нас А кодируется просто одним битом. Просто А закодируем ноликом. Пока все работает. То есть мы на все А потратим по одному биту. Дальше мы скажем, вот у нас А это нолик. Скажем дальше, что B у нас кодируется единичкой. Ну, тоже нормальная тема. Почему бы нет? Прям в зуме, Блин, ладно, зум приятен. Это было бы все-таки с ним больше разобраться. Значит, хорошо. Значит, теперь C. Но по аналогии мы же экономные, мы хотим, типа, использовать всего два бита. Ну, допустим, 0,1. Мы же очень экономные. Сейчас мы увидим, в чем будет беда. Смотрите, для A мы используем один бит, это нолик для B мы используем один бит, это единичка, а для C мы используем два бита, это нолик и единичка. И вот здесь возникает проблема. Что давайте представим себе, что у нас даже просто было сообщение вида AB AAC. Значит, закодируем его вот таким кодом. Значит, 0. 1, 0, 0, 0, 1. Ну, я думаю, уже видно подвох. То есть проблема в том, что если я не знаю, какой у меня там символ шел, у меня, возможно, два бита использовались, возможно, использовался один бит. И я это могу расшифровать неоднозначно. То есть я могу сказать, что вот это у меня c, это у меня три буковки два две буковки ну, давайте три да почему нет три буковки а и буковка б почему нет получилось что вместо того чтобы такую строку раскодировать я раскодировал такую а из-за чего это возникло а это возникло из-за того что я у меня вот этот код на самом деле проблема главная вот в этом коде что 0, вот А, является префиксом 0 единички. За счет этого я ее смог вот отожрать так некрасиво. То есть у меня э, так-то, если бы я не мог э, сказать, ну, то есть если бы у меня не было путаницы, что 0,1 это может быть и А, и Б, и С, то я бы здесь однозначно бы написал просто бы А. А и Б. Вот, то есть как бы проблема вот в соотношении между вот этими двумя штуками. Хорошо, давайте а, тогда попробуем сделать иначе. Сейчас. Так, ой. Да, пардон. Сейчас рейсер. Вот. Попробуем поменять код. А, и тут мы столкнемся с такой очень ну, очевидной проблемой, на самом деле, которая заключается в том, что, ну, как бы да, А и Б – это все, с ними все прекрасно, но я из двух битов, да даже из любого бита, из любого числа битов всегда буду получать код, который либо начинается с нуля, либо с единички. И за счет этого я смогу... У меня либо B будет проблемным, либо C. Фу, либо A. Поэтому так не работает. То есть я на самом деле проблема еще вот на этом шаге началась. Я что могу сделать вместо этого? Давайте я возьму и Б начну кодировать сразу двумя битами. Причем я буду его кодировать единичкой и ноликом, чтобы как раз то вот этой истории не возникло. Чтобы у меня А не могло сожрать часть кода Б. Так, это хорошо, это работает. Дальше нам нужно C сделать таким, чтобы A и B не могли сожрать его код. Ну, в данном случае нам на самом деле подойдет 1.1. Здесь, если мы будем кодировать вот таким образом, то у нас все будет работать. Потому что мы можем это проверить. Давайте опять же запишем какую-нибудь строчку. Например, б с A. B, C, A. У нас получится код 0, 1, 0, 1, 1, 0. И берем это, читаем. Значит, сначала нужно прочитать 0, это единичка. Больше у нас ничего с нуля не начинается. Дальше у нас с единички начинаются два значения, b и c. Но дальше 0 у только у b, поэтому здесь b. Дальше для c мы то же самое видим, это c. Ну и у нас остался ноль, который Действительно, мы это правильно раскодировали. Проблема в том, что если я сейчас добавлю символ D, то с ним возникнет та же самая проблема, что была с C. Потому что как бы я тут ни старался, у меня будет либо 1,1, либо 1,0 начинаться. Ну с нуля тоже понятно, в чем проблема. Вот, получается, на самом деле я должен изначально знать все-таки, сколько у меня символов, Давайте я буду знать это. Я сразу хочу для всех символов ввести такой код, который будет э, читаться однозначно. Что -то у меня 5 символов, значит... Опять же, для, допустим... Ой, пардон. Так, я не ту включил. А значит, для а у меня опять нолик будет. Для b у меня будет единичка нолик. Для c у меня... Да, да. Для B не получится. Сейчас для B получится единичка нолик. Uh, мне тогда придется вот здесь делать, например, 1, 1. Uh, допустим, 0. То есть мне придется здесь уже 3 бита использовать. Дальше я должен D как-то закодировать. Uh, вот как бы его закодировать. Его непонятно, как кодировать на самом деле. Ну, по-видимому, так как у нас увеличивается число битов, Давайте его кодировать. То есть сейчас нельзя нолик использовать, значит, это единичка. И еще добавляем один бит. Например, это будет нолик. Вот, и здесь уже, наконец-то, для Е мы, в принципе, можем расслабиться и просто не, добав... не увеличивать число бит и добавить единички. Вот, у нас вот получилась вот такая вот история. И, в принципе, можно там проверить, вот сколько будет эта строка занимать закодированная битами. Вот полученный код называется префиксным. То, что у вас получается, что а, ни один код в данной записи не является префиксом другого. То есть 0 не является префиксом оставшихся кодов, 1.0 не является префиксом тоже оставшихся кодов и так, далее, и так далее. А проблема здесь в том, что на самом деле это не единственный префиксный код, который я могу предложить. Я могу точно так же сказать, что пусть у меня сразу А кодируется, например, 0 единичкой. А Б кодируется там э, единичкой ноликом, например. И тоже от этого я смогу построить свой там префиксный код, вполне возможно. Я могу мог бы выбрать как-то, то есть выбрать Б кодировать одним символом. Непонятно, как это делать. А что понятно, что мы, в принципе, опять же, хотим все-таки, чтобы вот этот код он лучше, чем если мы Б начнем кодировать нулем. А почему? Потому что а мы понимаем, что мы желаем вот поспудно кодировать частые символы меньшим числом бит. Потому что просто это, по идее, должно уменьшить длину строки. Если у нас очень большая строка, мы там хотим зашифровать что-то реально очень большое, то нам бы полезно это меньше шифровать как-то вот таким образом, как можно больше сэкономить битов. Ну хорошо, давайте э, перейдем, собственно, к алгоритму. Собственно, алгоритм, который позволяет со всем этим разобраться. Он, собственно, алгоритм Хафмана. И он, как ни странно, тоже а, будет а, жадным. Но здесь жадность будет немножечко сложно организована. Так, а теперь как, как, а вот маус, на маус переключиться. Вот. Значит, заведем очередь с приоритетом, и в эту очередь с приоритетом добавим все сразу символы. И теперь... Вот как ни странно, то есть нам казалось, мы вот жадность, которая вот самая изначальная наша, что давайте будем работать сразу с самым частым символом, сначала разберемся с его кодированием, а потом уже будем кодировать остальные. Вот здесь жадность немножко другая. Нет, мы используем очередь с приоритетом, но работаем мы с а, самыми редкими символами. И мы их не будем сразу кодировать. Мы не знаем их кодирование сразу, но зато мы можем их вот так вот объединить. То есть мы из очереди с вытащили два самых редких символа и вот так вот их объединили. То есть у нас DE есть вершина некоторая, и она состоит из DE. У этой вершины итоговый вес 2. Ну понятно почему, потому что у нас, верш... То есть у нас символы... D и E в сумме встречаются два раза в, в, в начальной строке. Хорошо. Давайте теперь а, добавь, возьмем, опять же, из, из а, очереди два самых частых, а, два самых рез, редких а, символа вот таких включает объединенный. Это c и Д Окей, e. okay, у нас получается С, e. это C и ДЕ e у него будет, то есть четыре. И вот он в очереди с приоритетом сместился. Теперь мы берем B. Ну, действительно, давайте из B из CD, ну, то есть, опять же, достаем B и C D, e, и опять же э, вот их вот так вот комбинируем. А, значит, получилось вот, получилось вот, вот такое уже деревце. Тут э, тоже, я думаю, все понятно. И у нас высота всей этой штуки стала вот ну, такой вот. Дальше мы семьи CDE B и e, A объединяем, потому что они вообще последние, которые остались в очереди с приоритетом. И вот у нас получилась вот такая вот штука. И оказывается, что на самом деле это, это дерево вот такого вида помогает нам для любого алфавита, э, ну, из вот этих тут написанных, предложить оптимальное кодирование. То есть в каком это смысле? То есть на самом деле вот то, что у нас, что лежало в основе нашего жадного алгоритма, то, что вот если мы сейчас будем, если бы нам нужно было бы кодировать только символы D и E, мы бы просто и D и E записали бы по одному. Просто что D у нас кодируется ноликом, а E кодируется единичкой. Это оптимально, это действительно оптимально. Теперь давайте посмотрим выше. Если у нас есть три символа, вот C, D и E, то из них на самом деле мы выберем так их кодировать. Мы самый частый, который C. он, он там то ли такой же, по-моему, он такой же частый, как D и E. Мы будем кодировать одним символом, например, ноликом. Для DE мы сразу скажем, что префикс у этой штуки будет единичка. А кодировать мы будем D как 1,0, а E как 1,1. И опять же, это оптимально, это понятно. То есть у нас получилось, что у нас C uh, имеет такой же, то есть у нас вот как бы псевдосимволы, то есть DE – такой псевдосимвол, и C они одинаковые по встречаемости, и мы действительно хотим, чтобы они кодировались приблизительно, ну, одинаковым числом бит. Вот мы сказали, что у нас C будет кодироваться нулем, а DE – вот единичкой. Но вот только не повезло, у нас на самом деле DE – это не просто символ, его нужно вот еще кодировать, раскодировать, как бы, что это точно D или это E. У нас так получилось. То есть для C и D DE... CDE то же самое. Соответственно, аналогично вы, в принципе, можете для любого, вот, любого под дерева в этой штуке получить оптимальное кодирование. И то есть, у нас наверху, соответственно, что это значит? Что наверху у нас записано кодирование, то есть, которое, то есть можно расшифровать, как кодировать вообще все эти символы вместе. То есть, вот весь алфавит CDEBA, ну или ABCDE – при условии, с какой частотой они встречаются. Ну, давайте это сделаем. То есть посмотрим. Так, пардон. Вот скажем просто, здесь главное ввести какое-то правило, что, например, мы, ну, просто для удобства своего, что когда мы идем влево, это всегда ноль, а когда идем вправо, это единичка. Поэтому А мы кодировать будем единичкой, а все оставшееся будет начинаться с нуля. Б мы будем кодировать при помощи 0 единицы, а, все оставшееся будет начинаться уже с двух нулей. С мы будем кодировать при помощи трех нулей. Все оставшееся будет дочитаться с двух нулей и единицы. И, наконец, D мы будем кодировать четырьмя битами, и Е e будем тоже кодировать четырьмя битами. Вот. То есть получается, что, в принципе, мы не выиграли. У нас максимально символ кодируется теперь вообще четырьмя битами. До этого мы говорили, что в принципе можно тремя. Но за счет того, что просто это редкий символ, на самом деле, вот если у нас будут строки попадаться с такой же частотой символов, как в изначальной истории, то мы будем выигрывать существенно по размеру строки. Вот. Можно это проверить. Напишем это кодирование. И дальше посмотрим, типа, как вот эта штука выглядит. Ну и можно посчитать, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Даже если мы будем кодировать только тремя битами, это будет 33 бита. То есть у нас действительно получилась более оптимальная кодировка, если у нас встречаемость символа действительно такая же, вот как мы ее просто оценили по этой строке. Вот, тут, э, соответственно, ну, ну, да, то есть это будет работать. Единственный минус как бы, где тут подвох, почему не везде используют кодирование Хафмана? Потому что вам на самом деле, конечно же, нужно еще вот эту штуку хранить. То есть вам нужно еще дополнительно записать, как у вас будут кодироваться символы. Поэтому для маленьких текстов это абсолютно бессмысленно, для больших это уже будет более интересно. И, в принципе, кодирование Хармана до сих пор используется. Оно может использоваться как второй шаг в некоторых алгоритмах. То есть сначала там идет такое оптимальное кодирование ну, вещей больше, чем, вещей больше, чем из одного символа, Каждая вещь, состоящая больше, чем за одного символа, в итоге кодируется каким-то нововведенным символом. А дальше из этих символов их еще можно перекод... дополнительно сжать кодированием Хаффмана. Иногда это тоже помогает.